Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Ой, как сегодня солнечно, как хорошо. Вот. Мы работаем каждый день. С 9 пока. С 9 до 8. С 9 до 8, да. Ромка Рокер. Инна, да? Да. Инночка, спасибо большое. Это вот, как сказала уже Наталья, это магазин де-факто и поворачивать. Инна Судакова, люди, кто-то из вас на нее подписан. Ссылочку оставлю на это видео прямо. Сегодня это просто стоянка. Все убрали, вот на этом месте располагался рынок. Совершенно верно. Посмотрите, кто подписан. Думаю, вам вдвойне будет приятно. Инна, спасибо большое, если увидите. Мурчадаш Кундура. Маленький такой, заманушку делаю. Мы недавно видео длинное делали. А это я просто вот в гости зашел, как бы. Что мы покажем? Что вот новое? Или мы уже все новое показывали, да? Все показывали. Показывали. Ссылочку тоже на видео оставлено. То, которое мы делали. В ожидании. В ожидании. Ну, будет очень много красивых моделей, честно говорю, серьезно. И летних, лазерные, и разных, и летние, да? Будут, и сапожки будут, ботиночки будут, сандалики будут. А высокие были эти, когда мы видео делали? Были. Были, да? Были. Вот. Это я пришел, они мне рассказывают. Знаешь Инну Судакову? Да. Теперь знаю, не знал, к сожалению. Теперь знаю. Инна Судакова. Была у нас ей дело покупки у нас. Да. Смотрит. Да, так что. Она у нас в гостях была. Есть. Ну, в Алании она не первый раз уже была, да? Нет, она не в Алании не в первый раз. Она была. Любит Алании. Вот, так что, друзья, на днях тоже я смотрел, кто-то там на меня подписался, девушка какая-то, я тоже не знал, у нее 330, по-моему, тысяч подписчиков на канале, так что, вот так вот. Чадаш Кундура, это магазин звездный такой, да, скоро все. Еще Крылова надо, Крылов приедет, когда в Аланию в следующий раз. Мы его обуем обязательно в вашем магазине. Конечно. Я его выхвачу, блин. Не приезжает в Аланию, наверное. Ну, видишь, он в Анталии был, получается, последний раз, вот если бы он был... Я же ему уже писал, но я думал, что он будет приезжать, но они. Сейчас по другим странам поехали. Что, Чадаш Кундура? Всем приходите. Алибаба Наталья. И еще у нас юный помощник. Новый. Он старый. 2 года назад его многие уже видели. Дядя, само собой. И папа, а папа? Папа сейчас вулкан Стамбул. А, они оба с вулканом. Вулкан поехал за новой обувью. Новая обувь, так что скоро. Как раз приезд до Инны, да, будет еще. Много новой обуви. Инна еще раз приедет. О, по секрету, люди, кто любит Инну Судакову, кто на нее подписан, вы ее сможете увидеть в Алании в середине апреля. Где-то примерно так, я думаю, я точно еще так не что знаю, ходите, но можно еще приехать. Ходите внимательно по улицам и смотрите, и вы ее можете встретить. Все, пока вам. Пока. 1-апрельскую погоду показываем, люди. 5 минут прошло от прошлого включения моего, смонтирую, потом слеплю. И самое интересное, что солнце выходит, по-моему, выходит солнце даже. Сейчас меня не залило. Реально, вышло солнце, там вот оно где-то. Вот там вот за деревьями, не буду на дождь выходить. И идет дождь, и причем дождь уже не слабенький, а дождь такой вот. Я вам показывал мелкий дождь, потом видео выйдет завтра. А это вот, вы видите, дождь уже такой конкретненький. Они тут все начали собирать, убирать. Такая 1-апрельская погода у нас, время без 15:06. Пошел дождь, и на рынке, хорошо я рынок успел поснимать, люди бедные стоят на рынке, он, все, идет дождь, надеюсь, он закончится скоро. Тут такой прикол, короче, дядя Али, короче, он сюда, но он не говорил никогда на русском. Сейчас хлоп начинает на чистом русском языке рассказывать, а ну повторите, пожалуйста. Я в шоке, я стою, думаю, то ли мне мерещится. Расскажите. Какие магазины были? Застеснялся. Ну вот. Ну вот. Потом говорю, застеснялся. Короче, 2,5 года знакомы. Я думал, что он слова по-русски не знает. Он хлоп и начинает говорить сейчас на чистом русском языке. Они все смеются, на меня смотрят. Он знает русский хорошо. 22 года в золотом магазине. Я из Тулана, Москву. Москву? Каменьки,
фабрики, Москва. Каменные фабрики. Класс, ничего себе. Бриллианты. Бриллианты фабрики. Здорово. Вот мы, вот мы услышали. Спасибо, будем знать, yeah. Так что. Так что сон такое. И вулкан скоро заговорит по-русски. Вулкан уже говорит, да? По-русски. Он, да, раньше стеснялся, да, разговаривать, а сейчас не стесняется, уже разговаривает. Так что мы всех научим. Натали всех научит. Я всех научу. Ой, блин, капец погода. Нормально. Sprechen Deutsch. Хорошо немецким владеете? English, aber 10 года очень Russian, красное золото, белое золото, магазин большой типы. Класс. Так, люди, что-то мне погода совсем не нравится, мне что-то сюда надо будет как-то. Эти бедные люди на рынке, они все пораскладывались и стоят. А, то же самое сейчас и в Космуре, тоже ж идет дождь. И время уже вечернее, как бы ждать особо нечего, они еще только разложились в надежде что-то вечером продать, и, к сожалению. Так вот оно все, видите. Ладненько, лайки с вас, постараюсь сегодня вечером это загрузить. Еще раз пока вам. Скоро и папа заговорит на нас. Калкан какой красавчик. 350 лир кило, блин. Ставривка. Паламут я попробовал, но большой, правда, это мелкий. Попробовал я, брал один стейк, взял. У него мясо темное такое. И оно, знаете, плотное такое, как будто ты ешь свинину или говядину. На рыбу даже не похоже, почти интересное такое мясо, но вкусное. Это аналог скумбрии, как бы. Похоже на дорадо, но не дорадо. Саргос. Вот это вот красавица вообще. Фенер. Вот смотрите, какая глазастая. Мерджан. Мерджан, какие глаза большие у него. Крабики. Кило 54. Да ладно. Или это миди? Нет, не миди. Вроде крабы 54 лиры кило. Так, с первого взгляда кажется, вроде как и недорого, да? Ой, обожаю вот это вот. Вкуснятина какая. 114 лир кило. Тут кальмарчики маленькие, интересные, такие с глазами, прям, да, это глаза у него, что ли? Никогда не видел глаза у кальмара, люди, смотрите, у кальмара есть глаза маленького, обалдеть. Это похоже на скумбрию, 35 лир кило, но не скумбрия, кальёс какой-то. Что-то у нас тут чупра или вреха, вообще суперцены. Большие, в смысле 50 лир, 46, вот дорадо, чупра, 46 лир, охренеть можно. 39, маленькая дорадо, 40 лир, короче. Дешевле тут ни хрена не будет, 45 вот такая вот, 800 граммовая. Вчера я такую брал по 39 в Мигросе, позавчера в Тахтакале, цена была 39,99 на 800 граммовую. Цены за последнюю неделю выросли в Алании на продукты, блин. Это вот рыба дешевая, 25 лир, это что, типа это, кефаль или как она называется, алабалык. Это не знаю, что за рыба, мини-коп тоже 29, я не знаю, какая она, никогда не брал. Это граньос какой-то. Так, видишь, какой же мне чупру выбрать, а тут ее и нету дешевой больше. Это тоже эта рыба. Здесь сибас по 60 аж. Сибас 76. Боже, какой ужас. Чупра вот такую вот я хочу. Она по 54 лиры, блин. Просто охренеть. Цены как изменились за неделю.